Но как ты умудрился сломать ногу? Не знаю, Роса. Просто ребята такие добрые, они когда узнали, что ты придешь, они хотели, чтобы я встретил тебя как следует, по-особенному. И вдруг я почувствовал себя Тарзаном и выпрыгнул из окна. Ну, я думаю, что Даниэль загипсовал мне ногу перед тем, как уехал. Он уехал искать какой-то самолет, который упал в озеро, или... не знаю, куда. Ну да, в этом самолете летели очень богатые люди, и с ними были драгоценности стоимостью несколько миллионов долларов. Ну ничего себе! Ну что, правда существуют такие деньги? Сам видишь. Но только не в деньгах счастье. Зачем они теперь им, если они все мертвы и под водой? А мне так нравится нырять с аквалангом. Правда, у меня неплохо получалось. Мы вместе с Даниэлем ныряли. Как я туда хочу? А как же твой экзамен? Ну, я бы поехал после экзамена вечером. Но смотри, сейчас я уже никак не смогу. А что такое с твоим костюмом, а? Хайме говорит, что Даниэль так спешил, что запихнул в чемодан кучу вещей. Может быть, и мой костюм захватил? Ха-ха. Не подумай ничего плохого, Роса. Я купил себе новые очки, и теперь не знаю, где они. Но ты только посмотри. О, вот, нашел. А? Ой, ужас. Ну что это? Это же просто ужасно. Ну, просто на другое у меня не хватило денег, но ты же знаешь... Знаешь, это было довольно подозрительно. Что? А вот и Хайме, помоги-ка мне, Росита. Ты только посмотри, как ты профессионально это делаешь, а? Ты только представь себе, заявиться так на экзамен с палочкой. Но я думаю, что мне даже могут сделать поблажку. Они же сами доктора. Посмотрят на мою больную ногу. Костюм, который я недавно купил. И теперь еще я приду. Ты только посмотри, каким франтом. А мне по-прежнему кажется, что все это очень странно.